Крепим демпферную ленту. Вспененный полиэтилен тоже подойдет. Так, радиатор, отопление. Так, так, так. Умная мысля приходит опосля. Надо было бы сделать сначала платформу по косой наклонную и на нее тупо положить всю эту спаянную решетку. И было бы проще, легче. Сейчас прыгай через эти трубочки. Ну, в следующий раз так и сделаем. Ходим немножко, иногда как ходит страус, перешаиваем. В целом работать можно неплохо. Решетка поднимается, двигается, так что подсунуть, подлаштовать утеплитель получается относительно неплохо. Заливка произведена с таким расчетом, чтобы было видно полипропиленовые трубы.